Советов, может быть, конечно, вернее, у меня в арсенале много, но поделюсь несколькими вещами. Но, во-первых, если говорить о трансерфинге, то основной принцип трансерфинга звучит следующим образом. Наш мир отражает наше внутреннее состояние. То есть действительно то, что мы транслируем изнутри, то есть то, что мы чувствуем, все это отображается в нашей жизни. Через какое-то время мы в физическом мире это видим воплощение наших вот эмоциональных проявлений, наших чувств. Поэтому вот то, что я сейчас говорила касаемо депрессии, заботы о себе, в первую очередь, когда мы довольны собой, довольны своей жизнью, естественно, мы что излучаем? Излучаем радость, излучаем легкость, и мы уже в априори не сталкиваемся с такими вещами. Или они когда происходят, мы как-то легко с ними справляемся, потому что вот у меня такое наполненное, спокойное, гармоничное состояние. Когда я нахожусь в состоянии стресса, то любое вообще, ну малейшее какое-то извне влияние оказывает на меня такое, вернее, вызывает раздражение, и я уже не могу с ним справиться. Это первое, да, чтобы вот эту причину убрать изначально. Но если что-то происходит, вот случилось, я вот нахожусь в состоянии уже там, не знаю, стресса какого-то, да, меня кто-то там или обидел, оскорбил, или ну что-то произошло, то здесь лучше всего вот вспомнить о том, что есть такой принцип координации намерений, что все, что в нашей жизни происходит, абсолютно все, это действительно правда, идет, ну, способствует реализации моей цели, или все происходит к лучшему, мы говорим. Вот просто остановиться в этот момент, задать себе вопрос, вот сейчас что со мной происходит? Элементарно один вопрос, что со мной сейчас происходит и что бы мне хотелось получить в своей жизни? Этот вопрос заставляет два вопроса. Заставляет людей останавливаться, что бы я хочу получить в своей жизни. Если я хочу в своей жизни получить дальше негатив, развивать негативные события, то, конечно, ну, пожалуйста, выбор за мной. Если нет, тогда просто элементарно взять, достать зеркало и улыбнуться. Вот в этот как раз момент достать зеркало и улыбнуться. Все. И сразу негатив весь рассеивается.